Все, грибы мои сварились. Я их сейчас буду заполнять. И банки буду заполнять. И ставить на прогревание. Поехали. Уксус добавила за пару минут до момента, когда я начинаю в банки накладывать. Хрен вынула. А смородина черная у меня здесь так и плавает. Маленькие такие, да, есть? Угу. Обалденный булдер ассорти. Да. Мои любимые. Крышки я прокипятила. Крышки у меня, как оказалось, не было. Части не было по размеру новых, но банки были закрыты старыми крышками. Такие, как вот дядя Ваня и прочее. В общем, придется ими закрыть. Просто у меня нет новых. В магазин я не пойду. Сейчас какой может быть магазин? Сил больше никаких нет. Да и был бы у нас магазин такой. Тут ничего не найдешь. В плане того, что банки, крышки, такое это. В Леруа надо было покупать. То, что есть, то и закрою. Катя мне дала банок. Какая-то у меня там пару баночек было. В общем, спасибо на том, что есть. Закроем на всю волю Божью. Простерилизовала, прокипятила, проварила, промыла, все сделала. А там уже надеюсь, что ничего не произойдет. Но если вдруг что-то у меня вздуется, ну, значит, выкинем. Большие точно были у меня все новые, а вот маленькие. Слушать, главное слушать. Если воздух не проходит, значит, все окей. Ничего не произойдет. В кастрюле у меня было 8 литров вместе с рассолом. Примерно на 8 литров я банок заготовила. Они у меня все разного калибра. Грамм, 340, то есть посчитать сложновато. Сколько будет, столько будет. Под самую крышечку закрываю, заливаю. У меня даже есть новые крышки, которые с рисунком грибы. Прямо даже приятно. Я обычно их откладываю, когда грибной сезон начинается, чтобы именно грибы закрыть. Ну, зачастую в попыхах, видите? Грибочки. Зачастую в попыхах хватаешь первой попавшейся крышки, а потом, ах, грибы, ну ладно, грибы, грибы. У меня сейчас в микроволновке подгорели банки. Вот эти блестящие этикетки. Я же этикетки не снимаю. Сейчас вообще мне было не до этикеток. Короче, этикетки из дяди Вани прям пригорели, аж дым пошел с микроволновки. Ну, ничего страшного. Главное, пристерилизовались. Какие красавцы здесь вообще. Я шляпки маленьким белым даже не резала, чтобы они были целые, чтобы открыл баночку, съел целенькую шляпку и получил удовольствие. Кипяток. Вот еще хорошо, когда перчатки, не сразу чувствуешь, там горячо или нет. Схватил крышку, схватил банку, а потом уже доходит, горячо или не горячо. Здесь все отборные грибы. Маленькие. Все большие у меня пошли на сушку, а здесь прямо малыши-красавцы. О,
Ой, это этот, как называется передача это? Лучше всех хотела ее посмотреть, как я люблю смотреть эту передачу, она мне так нравится. Сколько стоит этот выступал, который по рекламе говорил, а ты подавки где прячешь? Ой, какие классненькие, маленькие. Ой, красота. Теперь они у меня минут 15-20, этого вполне мне достаточно. Более чем. Стараюсь никогда грибы на следующий день не откладывать. Сегодня собрали, сегодня и закатываю, потому что потом уже, если сегодня лень, то завтра вообще лень в три раза. Ну, лично у меня, потому я стараюсь в этот же день закрыть. Даже не помню такого, чтобы я откладывала их на завтра. Потом себя вообще не заставить. А этот бульон, рассол, он аж как будто бы тягучий такой, густой, жирный как будто. Первый, я не сливаю воду. Но с таких грибов никогда. Опята бывает, да, опята бывают большие, крупные такие, сопливые. Первую воду с них сливаю. А с этих нет. С этих, это же самый смак. Белый. Подосиновики, это самый смак. Это мы с тобой такие шикарные грибы набрали. Вообще у меня слов нет. Ты посмотри, какие в банке красавцы. Один краше другого. О, Господи! Открылась? Да нет, чуть не выронила, перестаралась. Думаю, разобью ее сейчас. Все уже. Руки не слушаются. Если попадается этот, выкидываю. Теперь помогу. Какая это шипеть не может, смотри. Это новая крышка, новая банка. Не шипит, тебе показалось. Ты прям услышишь, вот так как воздух идет, и там сразу видно, прям такие бульбы идут. Ну, там сразу не спутаешь ни с чем. У меня один раз такое было. А вот сейчас у нас с вами начнется самое интересное. Тут есть крышки, конечно, новые. Сейчас буду сразу их использовать. А потом уже те, что останутся. Четыре новые крышки. Тут такие не очень даже качественные. Сейчас будем слушать.
большую банку сразу ищу. Они все одинаковые остались. Ничего не идет, не идет. Тихо. Сюда все будет, мне не нужно будет крышки старые брать. Мы даже старые крышки мы не использовали. Все, друзья мои, закрыли все. Осталось 4 неиспользованные банки, которые как раз таки пригорели. Дядя Ваня, видите, этикетка. Слава тебе, Господи, расклетались с ними. Все, доброй ночи, друзья мои.